дойдем мы все-таки до реки, потом уж вернемся наверх. Надо все-таки быть последовательным. Мы такой опаснейший путь проделали. Спуск с горы. Ну, по стуку вы уже поняли, что я нахожусь не в лесу. Хотя в лесу, но не в лесу. В этом лесу, конечно, можно поймать осу. А, вот там есть какая-то дорожка. А, ну шикарно. Все абсолютно ясно. Пойдем назад наверх. Потом поднимемся. Вернее, потом спустимся. Как вам такая дичь? Могучие поваленные деревья. Прудик. А нам наверх. Довольно-таки круто. Нет, друзья, туда я не поднимусь. Идем вперед. И только вперед. Не будем оглядываться. Все как доктор прописал. Как говорят женщины. Отпусти это. Отпусти это. Ой, почему все так грустно? Зачем вы, люди, делаете все так грустно, а? Ребята, почему нельзя просто с друг другом общаться и не травить друг другу жизнь? Ну почему? Вот почему. Свежая, незамусоренная Москва-река перед вами, друзья.